Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим про аутизм у недоношенных детей. По выборке наших пациентов мы видим, что доля недоношенных детей среди тех, кому ставят диагнозы аутизм, РАСА, ЗПРР и им сопутствующие, весьма велика. В чем же дело? Почему именно эти дети находятся в группе риска? Природа и Бог устроили так, что младенец растет в утробе матери 40 недель, то есть около 9 месяцев. Естественно, есть какой-то плюс-минус в сроках, который, в общем, не влияет на готовность младенца к самостоятельной жизни в этом мире. Этот плюс-минус может довольно ощутимо варьироваться между разными детьми. И, например, бывают, скажем, два разных младенца, родившиеся на сроке 38 недель. Один вообще даже не замечает, то есть он вырастает, и все совершенно замечательно, нет ни малейших нарушений в развитии. А второй может иметь даже неврологические проблемы или, как минимум, трудности в обучении. То есть что-то есть, какие-то факторы, которые одному младенцу позволили полностью дозреть за этот срок, а другой младенец не совсем успел дозреть. Собственно, от чего же тогда зависит вот то, что будет происходить с ребенком, который родился немного раньше срока? Или много раньше срока. Частично результат зависит от веса, с которым рождается ребенок, но вес не является определяющим. Мы видели детей, которые родились с вполне приличным весом, больше 2 кг, и при этом имеют довольно тяжелые неврологические нарушения. Так что же определяет риск недоношенного ребенка получить диагноз в будущем? Я собрала здесь некоторые наши наблюдения, и вот такие факторы влияют на то, что будет потом с недоношенным младенцем. Во-первых, это срок беременности. Чем меньше срок доношенности младенца, тем более вероятны отклонения в развитии в будущем. Вес при рождении. Чем меньше начальный вес при рождении и чем больше ребенок потерял в весе сразу после рождения, тем выше риск отклонений. Очень важным является факт, задышал ли недоношенный ребенок сам или пришлось проводить реанимационные мероприятия. Если ребенок задышал сам, то вероятность полного восстановления в будущем гораздо выше, чем если пришлось принимать специальные меры. И последний фактор, который мы видим тоже как очень важный, это были ли осложнения при самой беременности и при родах. Любые осложнения в течение беременности или в родах повышают риск отклонения в будущем развитии ребенка. То есть примерами могут быть гипоксия, гормональные нарушения и так далее. Так почему недоношенный ребенок имеет риск отклонений в развитии и каковы шансы на полное восстановление? По нашим наблюдениям, причина этого проста. Чем раньше рождается ребенок, тем больше вероятность того, что некоторые системы организма просто не созрели, не успели. Если, скажем, речь идет о ребенке, родившемся раньше 7 месяца или с весом менее где-то 1700 грамм, 2 килограмма, то вероятность того, что некоторые системы организма, в первую очередь центральной нервной системы, скажем так, очень велик шанс, что они даже еще не начали формироваться. Какие же системы страдают больше всего при недоношенности? Наиболее поздно закладываются некоторые элементы центральной нервной системы. Параллельно с ними могут страдать и другие органы и системы, в первую очередь иммунная система. Часто у недоношенных детей внутренние органы имеют меньший размер даже тогда, когда ребенок уже догнал сверстников по весу и росту. Эти особенности могут очень долго влиять на жизнь ребенка. Например, печень, поджелудочная железа, сердца могут быть меньшего размера, чем должны быть для тела такого размера. Причем это может быть заметно даже уже у подростков. У таких детей часто проблемы с работой желудочно-кишечного тракта. То есть, например, младенческий рефлюкс, непереносимость некоторых или даже многих продуктов, всякие другие проблемы. И понятно, что в этих случаях функции всего организма готовы к самостоятельной жизни только частично. И в некоторых случаях это сложно компенсировать какими-то внешними воздействиями. Поэтому часто выращивание и воспитание недоношенного ребенка – это огромная работа для родителей, особенно для матерей, которые
как правило, находятся при ребенке неустанно и неотлучно, ухаживают за ним, кормят его, обучают его. И при этом каждое из этих дел, относительно простых у здорового ребенка, у недоношенного может представлять серьезные трудности именно из-за незрелости его организма. И почему же аутизм, РАС и прочие подобные диагнозы часто ставятся именно недоношенным детям? Причин может быть две. Одна – это банальное недоразвитие центральной нервной системы, то есть отсутствие или незрелость ее внутренних подсистем, которые должны выполнять какую-то работу. Например, в школьном возрасте такой ребенок может не быть способным научиться считать или читать, или еще что-нибудь. И при этом у него может быть очень много развивающих занятий, которые в каких-то там областях могут вообще не давать никакого результата. Просто почему? Потому что центральная нервная система не имеет, так сказать, тех средств, тех инструментов, которые у здорового ребенка выполняют эту работу. Вторая причина – это осложнения от вирусных инфекций разного типа, приводящие к нейровоспалениям. Недоношенные дети находятся в группе риска для подобных осложнений, в первую очередь из-за того, что их иммунная система тоже готова к функционированию во внешнем мире только частично. То есть они не успели дорасти, дозреть в животе у матери. У части таких детей со временем тело созревает достаточно во всех отношениях, во всех планах, чтобы справляться с теми же инфекциями, что и здоровые дети. А у другой части уязвимость иммунной системы остается, в общем, надолго, а у некоторых даже и навсегда. Естественно, бывают комбинации двух факторов. И, собственно, последний вопрос – это что происходит в центре Бейер-Давид с такими детьми? Наши методы позволяют интенсифицировать рост внутренних органов и систем недоношенных детей. И практика показывает, что системы, которые уже наличествуют, даже если они и не созрели, начинают активно дозревать, а ребенок начинает развиваться. Системы, которые совсем не сформировались во время внутриутробного развития, к сожалению, из ничего не возникают, хотя очень бы хотелось. И тем не менее, такие дети делают огромный скачок в развитии, и для многих из них это означает выход в норму со временем. Спасибо. До свидания.